Научная элита Павлодарского Прииртышья считает, начало третьей модернизации станет эпохой технологического прорыва Казахстана. Республика накопила достаточно ресурсов, чтобы провести ускоренное обновление экономики. Страна сегодня имеет внушительный транспортно-логистический потенциал и полноценную материально-техническую базу. Это позволит успешно реализовать начатые по программе Нурлы-Жол проекты и тем самым вывести Казахстан в число ведущих транзитных стран мира. Само расположение Казахстана находится между Азией и Европой в центре, и эту возможность нам надо использовать. Поэтому вот это строительство линий «Шелковый путь», вот сейчас вот собирается Китай отправлять поезды через Казахстан, Европу, Великобританию. Эти все возможности надо развивать, и поэтому то, что президент сейчас обращает наше внимание, надо развивать, на больше внимания обращать на индустриальное инновационное развитие. Это своевременно, и в этом направлении развиваются все страны. Тем более у нас за 25 лет сделана достаточно, в общем-то, база. Кадры у нас есть, материальную базу мы развиваем. Теперь надо уже с этим большим багажом надо переходить на новый этап.